Сегодня утром курьер постучал в нашу дверь и принес нам вот такую коробочку. В нашем доме еще нету щенка, но уже есть кое-что для него в будущем. И сейчас я покажу, что это. Это итальянский бренд Хагикана. Они изготавливают амуницию для собак высокого качества. Что ж, давайте откроем, не будем долго томить. Вот такая коробка внутри. Здесь симпатичные паттерны в виде собачек. Открыточка. Еще одна открыточка. Потом посмотрю, что это такое. Потом мешочек. И самое главное лежит вот здесь. Это шлейка. Шлейка для нашего будущего щенка. Такая цветная. Она довольно увесистая, но в среднем она весит меньше, чем шлейки из обычного зоомагазина. Эта вещь, ну, в моем представлении, дорогая. Сделана очень-очень качественно, пошита. Все вот отстрочено. Материал такой плотненький. Очень много регулировок. Вот здесь две. Здесь две застежки. Застежки такие очень качественные, плотненькие тоже. Вот прям. Окей, одной рукой это не очень удобно делать. Вот, я думаю, по звуку понятно, насколько это плотно все. Здесь еще три регулировки. Словом, вы можете регулировать и длину спинки, и обхват груди, и то, как это сидит под мышками. Ну, надеюсь, что я сумею показать вам эту шлейку на щенке и показать, как это все работает в действии. И сама посмотрю за одним. Потому что я тоже еще не знаю. Знаю только в теории, что это, как поняла я, одна из самых лучших марок для собак в плане амуниции.